уж делай как-нибудь добро. Она найдет способ к тебе вернуться. Привет, меня зовут Даша. Мне оставили запрос снять видео о том, какие у меня новые украшения появились. Я тут подумала, решила сниму-ка вообще все свои украшения снова. И размышляя о том, как бы мне это сделать покомпактнее и поскорее, я решила сделать это видео. Я решила сделать это в виде слайда такого из фотографий. По какому принципу они будут? Будет снимок шкатулки, в которой хранятся украшения, а потом пойдут, собственно, фотографии самих украшений с указанием, из чего они сделаны. Да, приятного просмотра. Начну я с украшений, которые на мне уже сейчас. То есть это вот такое колечко, это изумруд, как и вот эти сережки, сейчас я их тебе поближе покажу. Они из одного набора, и мне их подарила месяц назад моя мама на день рождения. Серьга, как видно, один к одному колечко, ну почти. Тоже изумруд, то есть вот такой вот набор. На шее у меня цепочка из серебра с подвеской, которая является моим талисманом, поэтому сейчас я показывать тебе ее не буду. Но у меня есть видео, когда я только-только получила этот кулон. И так как я его на себя еще не надела, ничего страшного в том, что я его показала, не было. Я тебе под видео ставлю ссылку на то видео, можно посмотреть. Thank you.
все. Желаю тебе всегда добиваться желаемого без особых напрягов. Пока.